Так, телефон, телефон. Так. А, там, да, а батарея. Я же когда на эту камеру вот так снимаю эту технику. На камеру. Сегодня я тоже снимал. Она же здесь емкость находится, а батарея. Есть своя емкость. Есть маленькие батарейки, такие мизинчиковые, тоненькие. У них одна емкость. У пальчиковой батареи другая емкость. Но этот человек там написал в комментариях. Мало ли, что он может тебе написать. Он, может быть, пошутил просто. А я написал, что у меня нет с собой камеры. У меня нет с собой это видеокамера. Еще этого фотоаппарата нету, чтобы снимать. Все правильно ты написал. Сейчас, ладно, ладно. И смотри, точно так же можно сделать это с Авито или с Юлой. Вот у тебя фотография хорошего качества. И ты теперь можешь сидеть и рассказывать про эту фотографию. Что у тебя там такая колонка, мам, есть. Мам, да. Ты хочешь, чтобы я это на карте картинку все это делал сначала в программе, потом я на видеоредакторе рассказывал? Ну, конечно. Потом... Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать в магазине чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профи покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. В общем, ты так не поняла ничего. Я говорю про это, как его-то, забыл. Так, телефон, телефон. Так. Глазами раз пять раз сделаю все. Не задумаюсь. Мне даже эта рука болит. Да, а батарея. Я же когда на эту камеру вот так снимаю эту технику. На камеру. Сегодня я тоже снимал. Она же здесь емкость находится, а батарея. У каждой батареи есть своя емкость. Есть маленькие батарейки, такие мизинчиковые, тоненькие. У них одна емкость. У пальчиковой батареи другая емкость.
у квадратных третий. Есть вообще вот такие большие толстые, как у нас на газовой колонке. У них своя емкость. Если ты подключаешь телефон, хочешь подключить колонки от компьютера через телефон. Но этот человек там написал в комментариях. Мало ли, что он может тебе написать. Он, может быть, пошутил просто. А я написал, что у меня нет с собой камеры. У меня нет с собой это видеокамера. Еще этого фотоаппарата нету, чтобы снимать. Все правильно ты написал. Сейчас Максим придет, ты у него спросишь. Можно так делать или нельзя? Может быть, он пошутил, а у тебя телефон сломали. Так, сейчас. Может, ты увидишь на моем канале. Так, сейчас отодвинь ноги. Так. Так. Сейчас. Шини. Так. Может, это у меня видео там. Это я сейчас снимал этот ролик. Да, все, вот этот обзор Genius SPK 06. Это вот мой канал, вот этот. Угу. Комментарий сейчас загрузит. А дальше главное, что этот Prime PT1 просит у меня что-то... Так, есть шнур для телефона. Я не понимаю вообще. Я написал, что... Ой, я бы с радостью, что у меня нет с собой видеокамеры и даже этого фотоаппарата. Что я даже не могу снимать. Я только могу картинки там что-то снимать там. И обзоры делать там что-то покупать тут. А, в этих колонках и так есть много телефонов. Ну, что ты меня снимаешь? Где телефон в этих колонках, нет? Даже я не думаю. Не снимай меня. А что вы же мне сорвали в эту голову? Мне. Я поэтому и говорю, чтобы я и поискал этот комментарий, чтобы ты поняла. А я сразу отказался этому человеку, что... Я и поэтому... У меня даже фотоаппарат сломался. Sony. Когда я у тебя взял этот фотоаппарат. Я только с разрешения этого взял. Пойми, мам. Sony, а батарейка вообще не работает. Видимо, либо, видать, сломался фотоаппарат или что. Наверное. Давно лежит. Уже не пользуется. Сейчас пользуются сенсорно-телефонными камерами. Так, ты чё тут у нас будешь там лайкать? Писать ещё в комментарии. О, здорово, ты лайкнул, мам. 8 просмотров даже. Я даже оставил такие вот. И даже здесь, который я оставил, там, здесь ты можешь Golden Tian и там еще на другом Golden Mind зарабатывать. Это автоматически такие вот чайные листья и гномов приходят сами. Молодец, хорошо канал Даже это всю картинку снимал. Даже вот этот еще. Я очищал там и помыл там все. А сколько у тебя колонок? Только... Ты про Genius имеешь в виду? Я вообще говорю, Genius SP10. А это я не покупал, я только это снимал картинку. Я вот эту снимал картинку, то что здесь коробки нету, SP205B. Они уже вот эти сломались, которые у Максима были. А здесь у фонтана тут лежат. Поняла.
СПК-10, СП... Давай-ка, мам, не будем спорить, не ругаться. Тебе... М16, М10... Тебе, короче, пить... лет. А эти колонки откуда? Вот эти. Это то, что я в августе покупал. Так, это Свен снимал. А вот это тоже покупал, что ли? Да, покупал, а что, я снимал тоже. Я пять штук хотел. Зачем? Ты куда их сейчас денешь? Ты вложил деньги, они теперь будут у тебя валяться. Ты сейчас куда эти колонки денешь? Это все новое, ты в магазине покупал? Или на Авито? Это когда еще на Юле Авито это я белый покупал эти двух штуки, а потом один черную покупал. Понятно. Не покупай больше. Я Максим Сергеевич на Авито нашел какие-то колонки. Сейчас 25-го этого числа комиссия закончится с этим документом. И там закон... Ну, да, на Авито, вот смотри, подожди, я тебе покажу как. Потом мне еще в Автомиге работать. Смотри, на Авито открываешь, у них там несколько фотографий. Ой, несколько этих картинок. Какой-то, например, какие-то колонки. У какого-то продавца всегда несколько фотографий этих колонок. Лицевая часть, как-то сбоку, сзади, коробка. Ты делаешь, открываешь фотографию, у тебя в этом, как это называется, у тебя в компьютере есть функция фото с экрана. Фото с экрана, это да. Тоже я... Это то, что я должен снимать на Авито, на Юле. Ты не на телефон снимаешь, ты на кнопочку нажимаешь, и у тебя сам компьютер фотографирует то, что вот у тебя на экране есть. Потом ты фотографию обрезаешь и делаешь с этого видео. Фотография такая, фотография такая, фотография такая. И точно так же... Я сначала фотографии вставляю, потом записываю на диктофон и все это рассказываю. Да, да. Точно так же ты пишешь сценарий про эти колонки, рассказываешь про них. Только тебе покупать не нужно, а ты просто ставишь на экран несколько фотографий. Просто одна фотография... Я просто эту папку сначала ставил, там нескольких там на своем, на рабочем столе, там и колонки я там и снимал я, картинку. Правильно. Я на телефон даже снимал. Правильно. Я даже программой не пользовался. Ни разу. Ну, ты на телефон снимал, а можно с экрана. Ты с телефона, когда... С телефона снимаешь с экрана, у тебя качество фотографии хуже становится. А если компьютер сам снимает, делает снимок с экрана. А если люди в комментариях что-нибудь попросят или подписчики, Данил, сделай такой с экрана. Ну, если они скажут, что фотографию с экрана, тогда другое дело. А когда ты сам делаешь фото с экрана, компьютер у тебя снимает, у тебя качество фотографии будет намного лучше. Если ты не знаешь, как это сделать, нужно Максима попросить. Я тоже не знаю, как это делается. У меня есть вот такая функция вот здесь, вот на этом. Сейчас покажу. Господи, что здесь происходит? Так, что у нас? Ну, вот фотография, например. Видите, там растения. Ну, например, я просто говорю. Вот здесь у меня есть кнопочка «Screen». Нажимаю. У меня это получается фотография с экрана. Вот это находится. Вот, скрин вот здесь написано. Вот видишь внизу? Скрин. Так, сейчас. Не вижу. Вот это скрин. Да, да, вон там, видишь, внизу написано скрин. Протексусарчис. Да. Скрин это парень. Это скриншот с экрана. Теперь здесь закрываем. И открываем любую фотографию на экране. Вот здесь есть кнопка «Открыть». Нажимаем кнопку «Открыть». «Открыть в Point».
Есть Point 3D, но нам нужен просто Point. За 30 минут. И кнопочку нажимаем «Вставить». Вставить. Вот то, что у меня на экране были растения, они здесь открылись. Видите? Ничего себе! Просто нажал на эту кнопку, видите, подписчики, она просто нажала на кнопку, потом в поинте открыла и вставила как фотографию. И качество фотографии не изменилось. А если бы я фотографировала с телефона, качество было бы плохое. Теперь нажимаем кнопку «Выделить». Нам же вот это вот все не нужно. Мы берем просто фотографию вот эту. Мам. И обрезать. На Японе. Обрезать. Вот. Сначала выделяешь на кнопку, нажал выделить, выделил, что тебе нужно, и на кнопку обрезать. Ну ты прекр... А... Ну, да-да, ну ты прекрасно как-то объясняешь, мам. Ты мне, как тебе сказать? А... Не волнуйся. Я же на камеру все снимаю, на постановочную съемку. Ты хочешь это все в видео, это, выложить в Ютубе? Я же тебя просила меня не фотографировать. Ну ладно, ладно. И смотри, точно так же можно сделать это с Авитой или с Юлой. Вот у тебя фотография хорошего качества. И ты теперь можешь сидеть и рассказывать про эту фотографию. Что у тебя там такая колонка, мам, есть. Мам, да. Ты хочешь, чтобы я это на карте картинку все это делал сначала в программе, потом я на видеоредакторе рассказывал? Ну, конечно. Потом берешь вот здесь, нажимаешь кнопку «Файл». А то Мовави неудобно. Посмотри, там что... Мам. Сейчас забудешь. Нажимаешь кнопку «Файл». Господи, что тут происходит с этим? «Файл» нажал. «Сохранить как?» Жарко мне. И где ты ее сохраняешь? Например, на рабочий стол. Так. Этот. Давай. И все. Я дальше хочу тебе и рассказать, Мовави. Здесь закрыли. Вот у нас получилась дополнительная фотография здесь. Мовави, это такая вот, которая на телефон там что-то. Это такой, как, такая же, как видеоредактор. Я сюда впихнул сюда это фотографии сначала, потом видео. А это с микрофона, но еще и надо платить за эти деньги там что-то. Мовави, там еще убирать логотип. Ну, она платная, да? Да, она платная. Mm-hmm. Ну, я это бесплатно скачала, этот видеоредактор. Mm-hmm. Ну, это ты с телефона, а с этого, как он называется? А с компьютера вот я вот так делаю, если мне нужна фотография, например, какая-то. Ты просишь, чтобы я из компьютера делал эти колонки? Даже HP, даже Asus. Чтобы колонки не покупать больше? Ты у себя что, склад решил устроить колонок? То есть Genius 5 колонок я решил. Ты их куда теперь денешь, эти колонки? Ты же их не продашь, они никому не нужны. А когда делаешь обзор с Авито, например, колонок, или с Юлой, тебе уже деньги тратить не нужно, а ролики на Ютубе ты все равно можешь делать. Понимаешь? А деньги тратить на покупку колонок, там мышки или еще клавиатуры уже не нужно. Я завтра буду дополнительный канал выкладывать там эту мышку, историю. Это то, что я снимал там с телефона, там и картинки. Угу. Так. Вот, ну вот, например, сейчас. Вот я включил эту, видите? Угу. Большая вот. Начать показ слайдов. Вот я пробел сюда нажал. Потом я это рассказываю про это. Как, например, Genius SPK модель для 16-я. Ну, правильно все. Я это, мам, понимаешь, я сначала эту на картинку нажал, потом на этот пробел. То есть вы хотите, чтобы правильно вы поняли. Угу, я поняла тебя. Потом следующую картинку. Мам, ты правда не издеваешься? Нет, что ж я издеваюсь? Нет, конечно, я слушаю тебя внимательно. Все верно.
Я в этом ролике даже я в июне снимал. Что даже я, Данил не хочет инвалидность снимать. Они 6 просмотров даже было, или где-то 10 просмотров, там один лайкнул. На это, что Данил не хочет, что даже нет Данила, здесь Данила там нету, работы там, здесь отсутствие вакансии, все эти директы такие плохие сразу начали там этим... Ну, я не буду говорить там что-то угрожать, вы сами прекрасно понимаете, поэтому директора такие плохие, что даже мы на пенсии живем, ты и я. Конечно. Вот я на инвалидности, а там вот комиссия 25-го, а 25 числа уже там оформлять документы, еще там могут говорить какие-нибудь там есть жалобы и какие еще загадки. Ну и загадки я не люблю. Мне мама сказала, да ну этих загадок нафиг отсюда. Мама тебе так сказала. Если ты не хочешь разгадывать загадки, просто скажи им, скажи, мне голова не работает на загадки. То есть у меня 3-я группа инвалидности. Угу. Так, потом обратно нажимаю сюда, потом это следующая картинка тоже. Угу. Ну ты тоже можешь про декоративный камень снимать. А там же аккаунт у тебя остался Светлана. Ну ты же тоже можешь снимать там про декоративный камень. Там можешь ты зарабатывать ролики себе на Ютубе. Только сначала, чтобы много было просмотров, там еще и подписчиков. Я делаю такие вот колонки, даже еще, когда что-то происходит. Как сейчас тоже произошло, это сегодня объяснение. Так, давайте-ка я это... Что-нибудь там, мама, нужно мне? Лидия, а как же тебе, я своих смотрю? А, значит, я пошел в комнату. Итак, пришел я в свою комнату, я моментально все сказал маме. И все как объяснил, чтобы я снимал так же, как и... И она сказала, что надо в программе снимать, а не в телефоне. Она так сказала, она просит, чтобы я снимал на компьютере даже. Подписчики, меня поддержите, меня лайком за это. А мы сейчас будем приступать к этому. Golden Minds и Golden Tia. Так, я сохранил там пароль и электронную почту. Сейчас это... Я не робот, нажимаем. Так. И нам остается 3925 этих... На выводы, чтобы 1100 рублей добавить сюда. И все. Этих золота я имел в виду. А для покупок, это то, что я трачу там на этих, на гномов и там что-то. Вот у меня ник Даниил 290. Golden Tia. А вот здесь я захожу на мой компьютер и там играю там в Counter-Strike, там с ботами. Так, 90 у меня энергии, монеты 10 000. 512. Золото 5862. Ну, как бы я это постановочную съемку снял, но я разрешил маме, чтобы я это снимал, эту постановочную съемку. Главное, чтобы подписчики сами понимали, что я это купил, эту последнюю, эту вот эту колонку Дженниуса, а в первую. Одна осталась купить коллекции колонок, и можно уже там это ставить на полу и рассказывать там. Что это за колонки и что давным-давно придумали эти пластиковые из дерева. Так.
Вот здесь тут у нас тут чайный лист, я тут собираю. А вот эта поливка здесь появился. А это пробраться на чужое поле. Я даже на чужое поле, я даже не потратил на энергию. А вот на эти поливные кусты я уже потратил за 5 этой энергии. Вот видите, там уже 61, 62 будет, и 63. Я этого не буду продавать. Вот он появился даже. Так что, ребята, тоже снимайте, как мама тоже просила. Мне тоже снимайте, сначала фотографируйте на этой клавиатуре. Сначала фотографируйте, если у кого-то есть клавиатура с системным блоком, у кого-то ноутбук, то, пожалуйста, точно так же вы можете фотографировать, а также можете на видеоредакторе и снимать так же, как и я. Мне мама просила, и все. Так что поддерживайте меня лайком, давайте, и всем пока!